секцию по пулевой стрельбе Яша Скитёв пришел 2 года назад. В региональных соревнованиях он участвует в первый раз. В первенстве Нижегородской области по пулевой стрельбе юноше нужно было сделать 20 выстрелов из пневматической винтовки и выбить максимальное количество очков. Яша справился с поставленной задачей и занял 1-е место в своей возрастной категории. У меня получилось держать позу хорошо, более-менее нормально попадать, но немного не получалось все-таки более спокойно прицеливаться. Главное не место, а участие. И для меня было уже здорово поучаствовать в соревнованиях. В соревнованиях приняли участие и более опытные спортсмены. Ярослав Рубин занимается пулевой стрельбой около 6 лет. Он посвящает этому виду спорта все свое свободное время. В свои 14 лет Ярослав точно знает, что хочет связать свою жизнь с пулевой стрельбой. Я хочу стать тренером. Планирую хотя бы. Потому что мне кажется, что мне так будет проще. Потому что я хотя бы понимаю, как научить других. Первенство Нижегородской области по пулевой стрельбе проводится ежегодно. В этот раз за призовые места боролись юные спортсмены из Сарова и Нижнего Новгорода. 45 мальчиков и 26 девочек. Они состязались в меткости в 2 дисциплинах – стрельба из пневматической винтовки и стрельба из пневматического пистолета. Любое спортивное мероприятие полезно для детей. Что им лучше, как говорится, толкаться по улицам. А здесь они заняты, они увлечены, они стремятся к чему-то. Если кто, как говорится, ну, действительно себе... А тем более сейчас, немножко так забегая вперед, у нас уже вот 5 лет действует ЦСП в Нижнем Новгороде. То есть это центр спортивной подготовки, где перспективные спортсмены, если они добиваются определенных успехов, могут получать зарплату. Победители первенства области по стрельбе отправятся на всероссийские соревнования в город Глазов. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.